Но я шучу. Уважаемые друзья, мы вот работаем уже почти 8 часов с вами, но поверьте, я абсолютно не устал. Абсолютно. Хотя я уже иногда и очень тяжело переношу отдельные аудитории, потому что я один, а вас много, и вы люди энергетические монстры, потому что, ну, это элита. Это, естественно, мозги, они давят и на меня. Вот Олег вам больше расскажет, что это такое. Но я абсолютно не устал. Значит, у нас с вами получился нормальный разговор. И по большому счету нет большого отторжения. Может, кто-то и остался недоволен, но это не преимущество и не массово. Поэтому мы действительно провели хороший разговор. Хотелось бы, чтобы этот разговор дошел до людей по основным своим моментам. И самое главное, повторюсь, я бы очень хотел, чтобы те, от кого зависит решение тех вопросов, которые здесь поднимались, услышали меня и не ждали новых законов и нормативно-правовых актов. Их достаточно. Считайте, что я принял решение, и эти решения надо реализовывать. И в душе, и в сердце. Если это не касается квартир, денег и прочее, мы на эти темы тоже много говорили, чтобы наши люди это чувствовали. И там, где нужно, будет что-то делать материальное и так далее, чтобы это было сделано. Это будет хороший результат нашего сегодняшнего разговора. Я также вам очень благодарен и нашим государственным служащим, членам правительства, высшим должностным лицам, политологам, ученым, журналистам нашим, депутатам, все, кто сюда пришли, руководителям, за то, что мы провели вместе с вами время. И приятного вам аппетита!